Сергей Дмитриев – член Союза художников Республики Татарстан. 1 марта он отметит 20-летие своей работы педагогом художественного образования в детской школе искусств. За этот период времени Сергей Ильич обучил более 30 выпускников, которые продолжили свою деятельность в художественной и архитектурной отрасли. Младших ребят он обучает работать акварелью, а старшим преподает более сложные технологии живописи. Ребята, в основном занимаемся мы акварелью, это уже старшие классы занимаются маслом, это намного серьезнее. Масло можно исправить в течение приема работы, а акварель практически она неисправляема. Она водой пишется очень прозрачно. Что написал, практически она уже все остается на бумаге, как она есть. Какие цвета положили, его исправить невозможно. А маслом можно много лет писать. И практически можно исправлять и писать. Бесконечно. Буквально на наших глазах за пару минут из-под кисти художника рождается заинский пейзаж. Сейчас в воде отражение неба, такая пасмурная, закат, так скажем. Если вы заметили, при высыхании получается очень нежная работа. В своей работе художник использует специальные кисти и акварельные краски. Пейзажи родного края, пленэрные работы, выполненные с натуры на свежем воздухе. Все это очень вдохновляет Сергея Дмитриева. За 2 часа солнце далеко уходит, и тени, и освещение, все меняется. Структура и сама краска колорит утренний, и обедный, и вечерний, они очень сильно меняются. По картинам можно читать, какое время писал художник. К началу весны, женскому празднику 8 марта в детской школе искусств развернулась выставка из 50 работ Сергея Дмитриева под названием «Край мой родной». Сегодня мы открываем выставку нашего педагога-художника Дмитрия Сергея Ильича. Он является членом Союза художников Республики Татарстан. Выставка называется «Мой родной край». Очень много скрыто от людских глаз прекрасных уголков нашей Родины, нашей малой Родины, Заинского муниципального района. И Сергей Ильич умело размещает свои работы, показывает нам всю эту красоту. В этих работах сейчас вы видите как этюдные, так и акварельные работы наших родных краев. Здесь вот видим Заинские просторы, наша река Зай степной, а далее уже деревенский пейзаж, такой летнее время. А акварельных работ уже по-сырому написан тоже деревенские, так и лесные, и зимние пейзажи, и весенние пейзажи разных времен года. На выставке представлены и незавершенные работы. Летний этюд был написан на пленэре в деревне Холодная Поляна Альметьевского района. Хочу в переднем плане написать цветы. Как раз они поспели, это середина июня. И ягоды появились, хочу девчонку. Как девчонки спускаются с горы, ягоды собравшиеся. Ну и задний план, облака дописать. По словам Сергея Дмитриева, у художников нет граней, и развиваться в этом искусстве можно бесконечно. Айгуль Яруллина, Денис Ипатов, новости Заинска.